В столице Эстонии произошла стрельба, драка, по предварительным данным, завязалась между двумя мужчинами. Потом 34-летний мужчина достал из авто пистолет и выстрелил в руку 26-летнему молодому человеку. В столице Эстонии Таллине примерно в 9:15 в субботу 30 июня произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает Delfi. Инцидент произошел вблизи бара кафе Вес. По словам очевидца, возле заведения стояла группа людей, они курили и разговаривали. Между ними началась перепалка и в какой-то момент появился пистолет. Все произошло очень быстро. Один выстрелил другому в плечо, рассказал очевидец. Согласно предварительным данным, между двумя мужчинами завязалась драка. Потом 34-летний мужчина достал из своей машины пистолет и выстрелил в руку 26-летнему молодому человеку. Стрелок задержан и доставлен в полицейский участок. Пострадавший сейчас в больнице. Место происшествия оцеплено, там работают криминалисты. Ранее в США произошла стрельба в редакции газеты Capital Gazette в городе Аннаполис. В результате погибли 5 человек. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.